Добрый день, добрый вечер, дорогие коллеги. Давайте проверим звук. Есть звук, меня слышно. Да, звук есть. Отлично. Очень рада, представлюсь. Меня зовут Туда Смарта. Я проживаю в Украине, директор компании Reflame Украина, партнер проекта «Экспресс Карьера». Сегодня серия вебинаров вечерние. В 7 часов для вас тема ЛТО, важность, 150 баллов, для чего они нужны. Есть ли сегодня на вебинаре люди, которые в первый раз? Помашите ручкой, да, или поставьте единичку. Есть ли у нас такие новички? Есть, да, добро пожаловать. Желаю вам больших успехов, терпения, никогда не сдаваться. И все свои планы, чтобы у вас осуществлялись все мечты с нашей компанией. Итак, начнем. Немножко пару слов о себе. Проживаю я в Украине. Это моя мотивация, моя семья, мои девочки, старшая и младшая, 3 годика и 11 лет, мой муж. В проект я пришла, когда маленькой было всего лишь полгода. То есть я уже в проекте давно. Отсюда хочу с уверенностью сказать, что не уйду. Да, у каждого свой рост. У кого-то он может быть медленный, у кого-то быстрый. Но, девочки, мальчики, все это зависит от нас. Кто хочет расти быстро, он будет расти быстро. Кто более медленно, но главное, чтобы вы не сидели на месте и как бы делали какие-то действия, да, к этому. Итак, немножко о себе, теперь о теме. 150 личных баллов, да, ЛТО, личный товарооборот. Что ж такое балл-бонус? Все знают, что когда мы смотрим в каталоге, под суммой продукта есть баллы, да, кто-то знает, что это значит, кто-то еще не знает. Балл-бонус – это внутренняя единица, Oriflame, по всем странам, да, чтобы не оставить в разных, разные страны имеют свою валюту, соответственно, чтобы была своя внутренняя единица, они придумали свой балл-бонус. Он измеряется примерно где-то около 0,5 долларов на сегодняшний день. Чтобы нам смогли начислять объемную скидку, мы лично должны создать свой личный товарооборот минимум 150 баллов. Что это нам дает? Это нам дает, во-первых, быстрый рост, личный опыт и начисление объемной скидки. Что такая объемная скидка, наверное, все уже знают, да? Это наша зарплата, это то, ради чего мы здесь работаем. Все мы работаем, да, один каталог, и мы всех за каталога хотим получить свою, как бы, да, свое вознаграждение на нашу работу. Ну, а если у нас не будет своего личного товарооборота от 150 баллов и выше, то мы не получим, несмотря на то, что, может быть, наша команда огромная, и она, может, сработала на отлично, но с вашего созданного товарооборота вы не получите ничего. Итак, что надо сделать? Надо научиться создавать с легкостью и быстро свой личный товарооборот. Что же он вам дает? Если у вас заказ до 100 баллов, да, то вы получаете дисконт 20% на всю продукцию, участвуете в распродажах и в акциях. Дохода таковой нет, да, есть только вот эти 20% сразу, что нам дает компания. Если ваш заказ от 100 баллов и выше, да, до 150, то вы уже автоматом проходите первые шаги стартовой программы. У вас получается бесплатная регистрация, тоже скидка 20% на всю продукцию. Тоже вы участвуете в акции, получаете классные наборы, да, но все же, если у вас заказ от 150 баллов и выше, то вы получаете максимальную выгоду, все, что, абсолютно все, что вам предлагает компания. Не только участие в акции, но вы уже начинаете становиться на первую лестницу, ступеньку лестницы успеха, получаете свои первые проценты назад, имеете бесплатную регистрацию, скидочку, участие во всех акциях. Вы растете, растете ваша команда, да, вы для нее становитесь примером. Что я хочу сказать? Я когда поняла выгоду 150 личных баллов, как расшифровать ЛТО, личный товарооборот.
Сергей, ЛТО – это личный товарооборот, ваш личный персональный, не групповой, а то, что вы лично в течение одного каталога сделали сами на вашем номере консультанта, то, что вы заказали. То есть, если у вас заказ от 150 баллов и выше, то вы получаете максимальную выгоду, абсолютно все-все-все, что можно получить от компании. Если вас, соответственно, уже начинают дублицировать, мне очень нравится вот эта картинка, да, вот каждый из нас, смотря на нее, вы уже себе можете понять, каких партнеров вы хотите к себе в команду, да, хотите партнеров, которые будут там по 5, по 10 баллов делать, или же партнеров, которые будут вас дублицировать и делать постоянно 100-150 баллов и выше, да, то есть тоже партнеры, которые будут получать доход, которые не пришли просто посмотреть на вас и вы на них. То есть активные люди, да, и вот посмотрите, сколько нужно человек в вашей группе для того, чтобы выйти на определенный уровень дохода и получить определенный процент дохода назад. Это все зависит от вас и от того, насколько вы качественно объясните человеку, партнеру, который к вам пришел, для чего нужно, что даст, точнее, ему, какую выгоду он получит, если он сделает такие вот этот шаг. То есть все разложить красиво по полочкам, как я люблю говорить. И тогда, поверьте, когда вы начнете общаться с вашей командой, с вашими людьми, то будете расти быстрее, будете расти дружно. И люди, которые к вам придут, будут знать, для чего они к вам пришли, что они хотят и что они должны сделать конкретно для того, чтобы получить и то или иной доход, уровень. Что же было раньше, да? Что мы тут делаем сейчас? Раньше мы покупали обычные средства гигиены в разных магазинах. Сейчас, если вы уже партнер проекта, если вы уже в компании Oriflame, мы меняем обычный магазин на наш магазин онлайн, потому что никакой магазин вам не даст назад такую большую объемную скидку, не даст вам возможность построить свой бизнес и возможность получать хорошие доходы, не говоря еще о путешествиях, о премиях и так дальше. Да? То есть мы начинаем работать на себя, а не на дядю. Да? Не платим кому-то, делаем кому-то зарплату, а делаем зарплату себе. Как бы легко, понятно, доступно, да? Ваш рост, как я говорю, зависит от вашего среднего заказа. Да? Вот ваш средний заказ приблизительно по вашей группе должен быть, ну, не меньше, там плюс-минус, но это мое мнение, чем 50 баллов. Когда у вас будет среднее хотя бы 50 баллов, то вы будете расти уверенно. И если у вас будут партнеры, которые будут делать больше, чем 50 баллов, то это ваши золотые партнеры, это ваши будущие директора. И еще раз повторюсь, все зависит от вас. Если вы правильно будете их обучать, правильно подавать им информацию, рассказывать о преимуществах, о том, что они могут получить взамен назад от компании, работая здесь с вами одну ногу, то тогда у вас будет колоссальный рост и очень быстрый. Наверное, все этого хотят, да, девчонки, мальчишки? Что же я делаю лично? Я очень легко делаю свой личный товарооборот. Честно, на самом начале, когда я только начинала как бы работать, я делала маленький товарооборот. Я сама делала там 20, 30, 50 баллов. Но у меня был такой таракан, да, я стеснялась показать каталог. Для меня это было как-то, ну как я покажу каталог там. Вот такой таракан у меня бегал в голове, но мне было немножко неудобно. Казалось, что я навязываюсь. Наверное, может, и у вас, у некоторых из вас, может, такие мысли, да, есть. Но потом, когда я поняла, что делая свои 150 баллов, но на то время я не имела, допустим, я много чего хотела для себя приобрести в каталоге, но я не имела возможности. Хотелось всего, но возможностей было мало, потому что, так, сидя в декрете и на декретном, который тебе платит за детей, ты практически ничего не можешь сделать. И потом, что же я все-таки взяла себя в руки, заказала один набор из 5 каталогов, прошлась по своим организациям, где у меня там, тут в маленьком городке есть и больницы, и та же аптека, то есть все, что...
все-все-все абсолютно, что возле вас есть, и магазинчик, и аптека, и там, я не знаю, любое учреждение, да, то есть должны знать о том, что вы являетесь консультантом компании, вас можно приобрести продукцию. Когда они начнут это знать, если еще не знают, то побыстрее сделайте так, чтобы это они узнали. И что у вас можно, может обратиться и купить. Да, я поделилась каталогами, и на то время я поделилась еще и со своим дисконтом. Кому-то отдавала 10%, кому-то 15%, кому-то, может, все 20%. И кому-то предлагала, если хочет постоянный дисконт 20%, то вот можешь зарегистрироваться, для себя покупать и иметь постоянно. То есть у меня постоянно ты 20% не будешь иметь. Вот таким образом и рекрутируя, и предлагая каталог посмотреть. То есть пошел рост, да? И с тех пор, когда я сделала свои личные, первый раз личные 150 баллов, когда я получила свою первую скидку назад, да, она была не так велика. Но настолько было приятно, что я получила вот эту первую скидку. Я понимала, что без 150 баллов личных у меня каталоги уже не будут закрываться. И потому я как бы вот старалась вот обучить из своих партнеров и команду, что сразу со старта объясняйте человеку, для чего нужно 150 баллов. Как еще их очень легко сделать? У нас у всех есть телефоны, гаджеты, да, и у всех ваших друзей, не только партнеров, что уже с вами работает, ваши знакомые, друзья, у кого-то есть Viber, у кого-то Telegram, у кого-то Skype. Я лично создала такие мини-чаты, где я назвала акции, там чат распродажи или еще чего-то, и я всегда туда скидываю картинки, текущие акции, что есть хорошее, что можно приобрести на данный момент. И мои как бы знакомые всегда в курсе, что вот можно сейчас обратиться и купить то-то-то. И потому у меня получается очень легко. Я даже не напрягаясь, да, никуда не выходя из дома, могу получить огромные заказы, то есть заказ мой личный всегда вот 300, 400, 500 баллов и выше. Доходило и до 1000. То есть по-разному бывает, все зависит от вас. Насколько вы себе захотите сделать, вот поставите цель, так оно и будет. Но вот эти мини-чаты информационные для того, чтобы информировать свое окружение, своих людей, которые вас знают, ваших знакомых, они нужны, потому что эти люди уже привыкнут к тому, что у вас можно приобрести качественную, хорошую продукцию, всегда потом вас будут искать. Кто еще это не делает, делайте, берите себе на заметку, и очень легко получается, можно создавать как бы товарооборот, никуда не бегая и никого не прося. Что я еще делаю? Я создаю вот такие картиночки по отдельному продукту, когда есть распродажа, показываю, что очень выгодно и купить его можно только сейчас. И вот такие картиночки тоже закидываю по этим чатам, которые я имею на телефоне, да. Тоже смотрят и заказы очень быстро собираю. А картинки делаются легко, есть куча видео, как можно их сделать. Если говорить о продукции, да, если даже кто-то еще стесняется, скажем, из вас показывать каталог, и нет возможности, может быть, и самому купить хочется много, то если уже и вкладывает, да, то вкладывайте, мой вам совет, вкладывайте в свое здоровье и в семью. Очень люблю продукцию Wellness, продукция просто настолько хорошая, что о ней много можно говорить. Можно целый день не только о wellness говорить, но стоит попробовать. Кто не имеет возможности пока что пробовать для себя, возьмите для деток. Возьмите для деток витамины, омегу-3. Дети очень хорошо развиваются и разговаривают, и активность. И просто вы в течение определенного периода, вы сами поймете, что на самом деле очень хорошие витамины. Вот мои любимые продукты. Опять же, wellness. Wellness у нас употребляет вся семья, особенно наша мама. Наша мама кушает wellness давно. И сейчас хочу сказать, что она даже не представляет себя без него, потому что она сама видит, что она более активная, более ей лучше, когда вот есть витамины. Если их вдруг нету, то она уже чувствует какое-то вот что-то ей не хватает. И, соответственно, серия Giordani, которую я обожаю. Giordani Gold, Essenza. Девочки, наверное, уже многие испробовали.
невероятный аромат, да, очень много продукции, очень много, ассортимент велик, но это именно те продукты, которые, скажем, больше всего понравились мне, в которых я влюбилась. Для чего выгодно все-таки, еще раз повторюсь, 150 баллов делать, потому что вот-вот вы получаете вашу объемную скидку на номере консультанта, да, и до того времени, пока вы не открываете звание директора, или вы не находитесь на уровне 18, может быть, там 21% по Украине, то у вас накапливается объемная скидка именно на номере консультанта. И вот делая такие заказы, да, вы можете обналичивать вашу объемную скидку. То есть вы платите всего лишь 50% суммы вашего заказа. Что очень приятно, да, когда делаешь заказ на 1000 гривен, а платишь всего лишь там маленькую часть, да, половину, скажем так. И это накопление накапливается, потом вы открываете звание, закрываете, получаете свою первую 1000 долларов, и все вот эти накопления получаете тоже на счету в банке. И когда у вас накопилась там огромная сумма, да, то как приятно идти в банк и эту сумму получать. Я думаю, что все хотят, всем желаю. Вот мой личный заказ, да, вот поделюсь, покажу. Я не получаю только одну коробочку, я получаю много коробочек. Тут на полочке именно мои личные, но я еще недавно, да, буквально пару месяцев назад открыла СПО, сервисный пункт обслуживания в своем городе для своей команды, чтобы мне было легко их им помогать, да. Вот получаем каждую да, неделю вот плюс-минус такое количество коробочек. Работаем активно, развиваемся. Желаю вам расти. Желаю вам развиваться, не сдаваться, да, если у вас там, может быть, какие-то таракашки, где-то что-то вам мешают работать, или же у вас получается, ну, мало ли, там, сомнения, как у каждого, да, потому что у каждого из нас, и в начале, и, может быть, даже посередине, там какие-то сомнения, вроде бы что-то получалось, потом какой-то застой не получается, что-то, да, вот, бывает. Как говорится, да, вот путь к вершине, он не всегда легкий, он вот с такими вот поворотами, преградами, но если вы остановитесь, вы даже не будете знать, какая же есть та вершина, да, вот надо просто идти, вот у вас появилась мысль, у вас после этого есть идея, попытка, да, действие, и вот эти действия, настолько долго их надо продолжать, может у кого-то они один, два, три раза, и все пошло, у кого-то может их продолжать, надо, не знаю, там полгода сидеть, продолжать эти действия, повторять, пока вы не дойдете к своему успеху, да. Желаю вам верить в себя. И начните с себя, начните с вашего личного товарооборота, потому что как вы будете делать, так вас будет дублицировать команда. И не стесняйтесь показать всю абсолютно вот прибыль, все плюсы, да, вот все плюсы, которые есть в нашей компании, что нам компания дает. И что мы можем получить, делая те или иные действия. Поставьте себе цель, если вы сейчас просто, допустим, консультант, менеджер, неважно, старший менеджер, вы поставьте себе цели. Цели огромные. Я купила себе такую лестницу успеха, да, она у меня дома на стене. Я постоянно там смотрю, присматриваю, да. Хочу сказать, для начала я там думала, смотрела, ой, хоть бы до директора дойти, да. Ну, вот это вот хоть бы до директора дойти, хочу сказать, что нехорошо такие цели себе ставить. Наверное, надо ставить себе цели минимум бриллиант, и тогда ты имеешь к чему идти, у тебя нарисовывается картина, да, план работы, определенное вот время, да, исполнения вот этой цели. И вот тогда ты более активно как бы берешься себя в руки и работаешь на все 100. Это мое мнение, что я как бы для себя поняла. Желаю вам ставить большие цели, огромные. Я сегодня как бы долго-долго не задерживаю, да, постаралась быстро рассказать, что все, что я хотела. Спасибо вам, что вы побывали на вебинаре. Если у вас есть вопросы, задавайте, буду отвечать, не стесняйтесь. Надеюсь, все было доступно. Вопросов нету, да? Хорошо, девчонки. Желаю вам хорошего закрытия каталога.
новых уровней и просто вот увидеть, поставили себе цели и идите к ним, неважно, какие там есть моменты, какие возникают вопросы, все решимо и все абсолютно можно сделать. Но все зависит еще раз же от нас. Огромного вам товарооборота и группового, и личного. Все, спасибо, хорошего вечера, пока-пока.